Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Сегодня у меня проект без вложений, это рекламная площадка «Глобус». Значит, у меня очередной вывод я сегодня сделала, заказала 3,70. Значит, давайте я вам покажу сразу вывод. Так, переходим на кошелек. Сумма 3 плюс 3,70 ВМС, я на WebMoney. Значит, примечание «Глобус». Так, вот логотипы «Глобус». Дата 2.10.18 год, 11.29. Я получила выплату 3.70. $3.70. Так, возвращаемся на рекламную площадку. Здесь проект без вложений, на полном пассиве. Я сюда ничего не вкладывала, ни копеечки, ни цента. Как я уже сказала, это рекламная площадка, но я здесь ничего не рекламирую. Я здесь работаю только на вывод. Вот. Есть, конечно, рекламные площадки, в которых я рекламирую свои проекты, но в этом, вот именно вот в этом глобусе я работаю чисто на вывод. Значит, ну регистрация здесь простая, все уже говорено, переговорено. Значит, ну что здесь? Здесь, в принципе, ничего такого сложного нет. Я просто установила себе на компьютер приложение от загрузки. Здесь есть и на Android, и на Windows 7, 8, 10. И Windows XP. В общем, на все. Вот, установила приложение. Оно у меня вот здесь. Вот оно у меня. Видите? Глобус. Нажала. Сейчас она появится. Нет. Может и зависнуть. Угу. Вот. Здесь тоже вводите вот в это как бы приложение свой логин и пароль при регистрации. Вот, нажимаю «Показать главное окно». Мне здесь просто выпадает картинка на весь экран. Я нажимаю на крестик и картиночку закрываю. Просматривать ничего не надо. Появилась картинка на крестик. Нажала, что-то мне... Боюсь, что зависло. Но ничего, бывает. Значит, ну что, здесь команда, здесь вот финансы. Мой баланс уже по нулям. Вот я вывела далее, что вот минимальный на WebMoney 50 центов вывод. Вот я сильно, ну я обычно как бы побольше там накапливаю. Ну, сейчас не накапливаю. Сюда ввожу адрес WebMoney, сумма и нажимаю перевести, а там по схеме все легко и просто. Значит, я ничего не пополняла. Ничегошеньки у меня не пополнила. Здесь история операций. Мои выводы. Здесь я выводила и $10, $2.30, $5, $3, $2.50, опять $3.30, $6.30, $9.94. По-разному. $3.89, $3.70. Все. Проект платит. Я очень довольна. Я не то, что я супер довольна. Ну, здесь доход. Статистика. Далее, что еще? Ваши данные. Это главная как бы страница. Здесь команда, ваши рефералы. Так. И что? Так, информация. Где партнерскую ссылочку хочу вам показать. А вот и реклама. Вот видите, на весь экран выпадает вот такая вот картинка. Картинки разные каждый раз бывают. Просто нажимаю на крестик, закрываю и все. Вот. Я уже привыкла за 2 года. Так, ну здесь что начать? YouTube, их отзывы, новости, маркетинг план на сервисе. Это все можно прочесть. Так, загрузки я вам показала. Так. Если не удается установить, у меня было один раз. Вот у них тут скрипт. Нажимаете на этот скрипт, а после уже устанавливаете. Так, далее что? Финансы. Так. Ваши данные, финансы. Так, доход, баланс. Так, команда. Угу. Так, спонсоры, статистики. Ваши ссылки вот здесь. Вот ссылочки. Значит, что?
Постоянная ссылка для приглашения пользователей в команду и постоянная ссылка для приглашения рекламодателей. Это кто уже рекламирует. Я ничего не рекламирую. Нажимаете, копируете ссылочку. Ссылочка скопирована. Вот такой вот проект. Могу смело сюда вас пригласить. Как бы замечательно. Я очень довольна проектом. Вот я уже здесь более 2 лет. Так что проект платит, работает и будет работать. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.